Защитная каска пригодится и за пределами этой стройки. В микрорайоне Авдотина на улице Дюковская активно ведутся работы, возводят жилой дом. Застройщик, как положено, огородил территорию деревянным тротуаром с крышей. Безопасности это, правда, не добавило. Крыша прогнулась, деревянные перекрытия сломаны. Железные листы в любой момент могут рухнуть на головы прохожих. Работы на этом участке ведет строительно-монтажное управление номер один, забывая о правилах безопасности. Гражданам при выявлении нарушений необходимо обращаться в управление муниципального контроля по телефонам, в интернете. У нас есть официальная страница на сайте администрации города Иваново. И в письменном порядке можно приходить лично. И тогда специалистами максимально оперативно будет осуществлен выезд, осмотр территории и приняты меры,